Еще до недавних пор сотрудники Харольской районной больницы были вынуждены работать на оборудовании 90-х, 80-х и даже 70-х годов выпусков. Но после модернизации здесь произошли перемены. Этот аппарат УЗИ – одно из главных приобретений местной больницы. Диагностическую установку стоимостью почти 3 миллиона рублей могут использовать и на выезде, например, в районных ФАПах. Аппарат имеет широкий спектр областей исследования. Можно полностью обследовать брюшную полость, да, вот. Помимо, допустим, гастроэнтерологии, да, сюда включаются урологические методы исследования, то есть почки, допустим, предстательная железа у мужчин. По программе модернизации здравоохранения на покупку нового медоборудования для Харольской больницы из краевого бюджета выделили больше 8 миллионов рублей. Отделение реанимации пополнилось новыми аппаратами слежения за больными. Эти мониторы показывают артериальное давление, пульс, дыхание, температуру тела и насыщение крови кислородом. Важным новшеством в отделении стал наркозно-дыхательный аппарат. Данный аппарат он позволяет дозировать наркозно-дыхательную смесь на любых концентрациях, что, соответственно, позволит проводить более адекватные анестезиологические пособия и будет способствовать быстрейшему выздоровлению пациентов и выход его из наркоза. Кроме современного диагностического оборудования, больница пополнилась и вспомогательными средствами, например, новыми хирургическим столом и лампой. Теперь здесь в полную силу заработали сразу две операционные. Проходит очень много операций, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, много гнойной инфекции. И чтобы более упорядочить работу операционной, мы попросили приобрести нам лампу. В 2015-м модернизация этой больницы продолжится. Бюджет края уже заложено свыше 5 миллионов рублей на покупку эндоскопической стойки и нового рентгеноборудования. Татьяна Меньшикова, Денис Семисинов. Панорама.